Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Быстренько зайдем с тобой на арену и заберем наши награды. Так, 18 карточек, ножница, плюс хилбот, зомби и эльф. Вот эти вот все нужны мне, ребят, для дальнейшей прокачки. Так, у нас с тобой новый сезон, февраль. Я, если посчитать, в месяц сделаю, наверное, максимум боя 3. И все, то есть у меня получается совсем маленький ранг. Ну, давай, давай. Кстати, я хотел поменять лорда пустоты обратно на старика. На старого воина. Мне кажется, что он будет намного лучше. Этот что-то, ну, как-то вот... Ну, никудышный, друзья. Никудышный он. Он, во-первых, медлительный. Очень долго накапливает свой вот этот удар. Дедушка все-таки намного круче. Он, во-первых, массово бьет, да? Во-вторых, он вгоняет в стан всех. Ну и по ХП, насколько я могу понимать, он круче всех по здоровью. А, еще, по-моему, король, да? Король тоже имеет довольно много здоровья. Ну что же. Но самый-самый крупный по ХП — это, ребята, ядерный робот. Да, он самый жирный. Да. Ух ты, это что такое, ребят, смотрите-ка. Что там тут с тобой заработал? Оу, найс. Ха-ха, друзья мои, хил... Хилбот, или как он там, ремонтный бот, получает у меня фул пятую звезду. Это круто. Вот таким вот он у меня становится. Отлично. Так, давай-ка мы здесь с тобой заберем гемы. Все, больше ничего нету? Нету. Так, друзья, это все понятно. В магазине что у нас? А, бесплатно. Ага. То есть репульсор у меня тоже не прокачан на 5 звездочек. И бог ветра только 3 звезды имеет. Блин, ребят, скоро прокачаем с вами зомби. А давай... Блин, одну карточку брать. Ведь одна же всего, да? Да ладно, сделаем. Тут, конечно, можно напокупать, но, извини меня, это 47 карточек брать. Это дорого. Тут еще и жрица, блин. Ладно. Ну что, у нас по ежедневкам с тобой кто на розыгрыше? Чумная мышь? Грифон? Слушай-ка, а грифон мне нужен. Ребята, он у меня до сих пор не прокачан по фу... Или прокачан? Нет, по-моему, не прокачан. А смотри, в чем прикол. Здесь, друзья мои, все летающие юниты. Кого мне дадут? Нет. Тут без вариантов, я не смогу, ребят, пройти. Против летающих одним лишь лучником — это без вариантов. Ну что ж, давай попробуем. Тихо, почему это у нас здесь не пройдено все? В идеальном, так сказать, варианте. Блин, зараза. Давай, наверное, вот с этого начнем отряда. Почему именно с этого отряда? Ребят, ну, во-первых, хилбот, елки-палки. Щитобот. Он очень крутой, на самом деле. Он может выдержать, по-моему, 2 или 3 удара от разбойника. Вот он идет. Вот он, ребята, идет. Естественно, я сразу же так делаю. И вот так, это в помощь. Опа, найс. Нифига себе у меня братюня-то наяривать. Будь здоров, оказывается. Я не ожидал, что он настолько крут будет. Молотильщик-то мой. Нет, бродяга, ты не пройдешь. Тут ты не пройдешь, тебя быстренько сейчас накажут. Да и вообще этот уровень мы с тобой пройдем на изи. Смотри, мы делаем такой распил офигенный. Все. А он думал, что... Просто в тот раз у меня, видимо, закончились войска, да, и мне нечем было, ребят, здесь. А это первая территория. Ну что же, попробуем сегодня пройти с тобой от портала до портала, как мы это один раз уже сделали. Но при этом надо нам с тобой ни разу не сфейлиться. Тихо, подожди. Куда ты, родной, собрался-то, а? Разогнался он, ты посмотри на него. Так, секунду. Распил, блин. Вот, даже вот так вот. Ну что, блин. Ты в курсе, что... Вот, паладин еще успел. Ну, наказываем этого бродягу. Все, отлично, монетки отдай только мне сюда. Давай вот так вот. Притянули. Оттянули. Ой, бродяга. Да ну, ты хорош, бро. Ха, побежал он. Ну, ты сам видишь прекрасно, что здесь будет очередная наша победа. Довольно легкая, довольно быстрая и продуктивная. Блин.
замок рухнул. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Чем дальше в лес, тем, как говорится, страшнее. Ну что же, оу, тут они меня хотят уже напугать магом, но я тебе скажу, что фигушки у них что выйдет. Маг, я не спорю, очень сильная боевая единица, тем более он наносит массовый урон, причем довольно далеко. Но у меня есть паладин, у меня есть всадник на журавле. Кстати, вот он бьет... Ой, тихо, ребят, я, по-моему, тут немножко... Тихо, нам нужен паладин, срочно. Срочно, давай, паладиныч, наказывай. Опа-на, нормулька. Я имею в виду, маг наносит повреждения летающим юнитам или нет? По-моему, нет. Врать не буду, не помню точно, ребят, не помню. Мы его еще и напугали. Ха-ха, мы его и напугали, прикинь. На, прям в спину ему. Так, карточку мы получили. Он у меня не прокачан же, по-моему, по полной программе, да? Маг, по-моему, нет. Слушай, довольно неплохо идем мы с тобой. Я бы даже сказал, очень шикарно идем. Так, ну что у нас тут? Опа-на, а вот здесь немножко есть, ребят, проблемка. Знаете, в чем она заключается? Тут жрица, она атаковать не умеет. Но она очень сильно лечит юнитов. То есть она может за один взмах вылечить вот этого черного рыцаря. Темного рыцаря, да? Ладно, мы сейчас попробуем с тобой все-таки здесь прожать их. Вот, видишь, что делает? Так, секунду. Для этого нам нужен еще будет дамагер, чтобы наносить урон очень быстро, да? Чтобы жрица не успела захилять. А она не успела. Так как она не умеет атаковать, естественно, это пушечное мясо, ребят. Мы делаем с тобой вот так. Вот это меня, конечно, ребята, убивает, что когда бродяга у нас в невидимости, да, мы не можем на него применить ульту. То есть он просто-напросто ее игнорирует. Это как бы, ну, для него это огромный плюс, для меня это огромный минус. Так, ну что, крестьянина вольнули и замок мы с тобой распетрушили. Слушай, довольно быстро все и прекрасно идет. Мы с тобой дальше двигаемся быстро. Так, что у нас тут? Последний эпизод. Здесь король, в принципе, не так страшен, но я не буду рисковать. Я возьму свою имбовую команду, которая просто распетрушит, ну, не любого, так многих, это точно тебе говорю. Благодаря огромному дамагу, огромному, так сказать, количеству полезных юнитов. Здесь кого не возьми, все полезные. Например, против вот этого бродяги очень будет хорош, например, у нас рыцарь-маг. Он может отражать урон, да и вообще у него много достоинств. Вот. Чумная мышь, которая травит, при этом еще оставляет кислоту, лужу кислотную на земле, в которой враги тоже получают урон. Плюс мы можем вот так вот, опа, хоба, ну ты понимаешь, да? Вот зря немножко я здесь, конечно, сделал, но ничего страшного. Рыцарь нам здесь поможет. Выпускаем Ронина и смотри, что он сейчас... Блин, даже не успел добежать, как мои ребята просто разнесли в хлам вражеский замок. Ну что же, мы с тобой прошли территорию подданных. Причем довольно легко. Блин, обожаю. Так, эльф и Санта-Клаус у нас с тобой выпал. Интересно, а Санта-Клаус какую имеет способность? Неужели такую же, как и епископ? Не знаю, но знаю одно, что следующий отряд довольно серьезный. Знаешь почему? Потому что здесь, во-первых, копейщик, а во-вторых, тигр. Все прекрасно знают, как я не люблю тигра именно у врагов. Своего-то тигра я обожаю, но вот когда враг играет за него, это плохо, потому что у него есть предсмертный хрип, так скажем, да, как из Хардстоун. То есть при смерти он выпускает свою душу, которая наносит офигенный урон. Не какой-то там маленький, а именно офигенный. То есть проходит через весь экран и практически всех убивает. Даже довольно серьезных противников. Ну, точнее, довольно серьезных бойцов. И я уже молчу про вот этих всяких молотильщиков и... Оу, щит, я уже думал, сейчас сделаем на свою беду. Вот смотри. Но здесь нам повезло, никакой души не было. И всадник на журавле здесь очень хорошо подходит для уничтожения врага. Именно вот, которые по земле, которые делают предсмертные всякие удары, типа нашего молотильщика, который выпускает циркулярную пилу по земле, типа вот тигра, которая душа вылетает. Именно всадник на журавле может избежать урона. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас, кстати, это долина подданных.
Долина подданных. Здесь тоже особо сильно не забалуешь. Но вот этот отряд, в принципе, должен неплохо себя проявить. Единственное, что я боюсь теперь храмового пса. Раньше я его не боялся, потому что, ну, я думал, ну и что, что он может, типа, напугать, оттолкнуть наших юнитов подальше. А на самом деле он может своим криком наносить урон базам. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, если попадет его лай по базе, то наша база получает урон. И вот это вот не есть гуд. Так, ну что, ну пока вроде бы неплохо мы идем. Я не вижу здесь никакого пса. Вот он, пес, мы его сразу... Когда они все стоят возле стен, вот, вот здесь только опасная ситуация, смотри. Тигр, видишь тигра? Вот смотри, молись, чтобы не было души. И души не было, и это круто. Теперь я применяю ульту. И, в принципе, базу мы сейчас с тобой разбомбим. Давай, 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 родные мои, ну, прижучили, есть контакт. Великолепно. А ты можешь смотреть на состав моей команды и, естественно, подбирать такой же, чтобы проходить даже те уровни, которые ты еще не прошел. Опачки, а вот здесь, друзья мои, уже опасность. Ронин, одна из сильных, не побоюсь этого слова, единиц боевых крит. Скорость, все в нем есть. Даже не знаю, если только попробовать этим отрядом, если, например, голем сможет его перебить, а ниндзя добить, только если так. Но если он по голему звезданет, конечно же, он его сразу уничтожит, ребят. Поэтому нам повезло, нам повезло, но, блин, ниндзя нужна. Голем здесь долго не протянет, без ниндзя не протянет, а вот так уже, да, так уже будет поэффективнее. Вот жалко, что ниндзя имеет очень огромную скорость, хотя, ты знаешь... Я думал, что будет намного хуже. Но, как видишь, все получается намного лучше. И... Ой, тигр. Вот то, что тигр здесь, это, конечно, мне невыгодно. Вон там уже и Ронин. Вот и душа, про которую я тебе говорил, сейчас только что полетела. Смотри-ка, а что это у меня на големе было, типа, кровотечение или что-то типа того? Ты видел, да? Это Ронин психует. Да, Ронин психует. Тут с ним не поспоришь, ребят. Опять тигр. Так, давай попробуем сейчас через ниндзю сыграть. Нам, наверное, еще с тобой придется сейчас, скорее всего, ультовать. Да, ультанули. Ух, а что? Я не понял, это что сейчас за баг был? Ты видел, тигр куда-то исчез? Что произошло вообще? Тигр куда-то исчез, что-то произошло? Такое невероятное, я даже не понял. Как будто бы он умер, но... даже не знаю, как тебе это объяснить. О! Вот-вот-вот начинается, ребят. Начинаются вот эти вот выпендрежи, которые я не могу терпеть. Блин, дадут мне сегодня... Во, давай. Ха! Просто ниндзя взяла и переплюнула Ронина на ускорении, ты понимаешь? Давай-ка мы попробуем с тобой, наверное... Блин, на самом деле я хотел призвать богиню. А я успею. Я, друзья мои, успею ее призвать. Вот по времени бы уложиться еще. Ага. Есть. Отлично. Да, тигр, конечно, делает нам большие пакости, но мы пока справляемся. Ну что? Двигаемся с тобой дальше. О, здесь уже тоже у него ниндзя. Понимаешь, тоже ниндзя и в то же время, опять же, тигр. Я тебе скажу, что это будет довольно горячая комбинация. Да, Ронина здесь нету. Вот единственный плюс, что здесь нет Ронина. Поэтому выпускаем с тобой голема, следом за големом выпускаем ниндзю и пытаемся накопить на богиню солнца. Ниндзя, ты, главное, не опережай. Блин. Ладно, посмотрим. Мне нужно... Лишь бы не был... Блин, ну вот... Ну так-то, конечно, так, ребят. Фиговенько все. Давай попробуем ультануть. Ульта сработала, слава богу, очень даже неплохо. Вот, вот, вот это вот самое опасное, ребят. Давай, ниндзя. Давай, 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 давай. Он вторую ниндзю уже позвал, эй. Да как ты делаешь-то это все, а? Сейчас еще и тигр позовет, да? Ну, конечно же. Куда же без тигра? А тигр, естественно, сейчас ультанет. Да? Душу свою. Нет? Ну и хорошо. Так, тогда мы ультанем молниями своими. Так, ниндзю убили. Так, богиню, я хочу богиню, ребят, призвать.
Ну, копим, 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 копим. Вызываем. Пускай богиня солнца... О! Есть. Ха. Повезло, что ускоряшка выпала. И мы разнесли моментально ему замок. Ну что, последний этапчик. Последний этапчик. И здесь, ребят, я беру наш имбовый отряд. Потому что здесь тоже Ронин, здесь ниндзя. С ними лучше не шутить. Я не знаю, кого он сейчас будет отправлять. Наверное, Ронина, скорее всего, в первую очередь. Лишь бы он не нанес мне дамага. Я жду. Пока жду, ребята. Тогда мы выпускаем ниндзю. Ой, ниндзю. Нашего мага. Рыцарь. Так, Ронин. Наш Ронин тоже особо сильно не спешит. Я смотрю, отражение срабатывает великолепно. Выпускаем с тобой чумную мышь. Да. Ой, как крутенько. Ты посмотри. Тыч. Давай, 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 давай. О, еще и Ронин сейчас звезданет. Пуф. Почти половину здоровья у замка сразу отнял. Все. Вот почему я этот отряд называю имба. С этим отрядом, ну, практически бесполезно спорить. Так, ну что, мы с тобой забираем награду за нефритовую долину. Что нам здесь выпадет? Ну, эти все ребята у меня прокачанные. Так, и мы переходим с тобой на фабрику роботов. Опа-на. Друзья, толкатель здесь. Да-да-да, именно толкатель. Блин, что же будем делать там с тобой? Толкатель, плюс ко всему прочему здесь бомбер. Толкатель и бомбер. Естественно, этот отряд тут вообще ни о чем не котируется. Этот отряд, ну, можно попробовать, в принципе, но толкатель. Блин, тем более на самой первой вот стадии, где такое маленькое расстояние. Ну, я не знаю, ребят. Давай начнем, наверное, с голема. Урон, конечно, мы будем тут наносить этому толкателю до посинения. Серьезно говорю, до посинения мы его будем тут бомбить. Ой, давай попробуем через ней. Видишь, что он творит? Да, конечно, ты видишь. Как ты можешь этого не увидеть? Вот, мы его разобрали. И это круто, ребят, на самом деле. Давай вызовем жабу с молотом. Толкатель не вышел пока? Нет, не вижу. Вот он. Давай попробуем его наказать. Окей. Самое опасное — это именно первый уровень. Почему первый уровень, ребят? Потому что расстояние между замками очень маленькое. И толкатели, в связи с тем, что у него массовая атака, он прыгает и отталкивает наших юнитов, к ним подходит еще ближе и опять толкает. Соответственно, волна эта может дойти до нашего замка и нанести урон. Вот именно из-за этого он считается таким противным. При этом он еще довольно жирный, именно по ХП. Ты его так просто не уложишь с одного удара. Там придется попотеть. Ну и, соответственно, то, что у него массовая атака. Так, ну что, выпускаем... Ага, бомбер. Ну, это, в принципе, ерунда. Выпускаем с тобой голема. Выпускаем с тобой сразу же жабу с молотом. И, естественно, нужно будет все это закрепить, наверное, ниндзей. А, тут еще и репульсор. Ну, это мы сейчас с тобой накажем все. Накажем вот через ульту. Опа, видишь? Шикарно получилось. Карточка на репульсора нам выпала. Так, БФГшку. Кстати, БФГшку тоже бы нам как-то надо прокачать, если честно. Ну все, две ниндзя, ребята, это уже... Это уже все, это уже хана. Плюс еще и заморозка выпала. Она, наверное, нам и не понадобится. Прекрасно. Слушай, как легко идет сегодня серия. Вот прям не могу не нарадоваться. Но не хочу, ребят, сглазить, потому что вот уже первые проблемы пошли. Почему первые проблемы, ребят? Потому что закончились хорошие юниты, хорошие отряды. Угу. Теперь приходится выбирать между тем, что у нас есть. А есть у нас с тобой немного. Ну что, попробуем этим отрядом. Я не уверен, конечно, что он здесь сможет что-то сделать. Но сейчас он выпускать будет, понятное дело, молотильщика, конечно же, молотильщика. И надо нам, блин, на одном молотильщике нужно будет, ребята, быть напряженным очень сильно. Видишь, что он как пилякает. Оу, еще один. Жестко, конечно, он жестко тут все это делает. Так, мне нужен будет, что мне нужен будет? Мне тыквоголовый, как бы, по идее, нужен. Но вот это вот хмыреныша, я боюсь. Давай попробуем корни с тобой выпустить. Ага, ага, толкатель уже. Давай, тыквоголовый, мочи.
Ну серьезно, что ли? Ну ёпарсета, блин. Лорда... Не хочу я лорда пустоты вызывать, ребят. Не... Вот не хочу и все. Ну смотри, что творит, а. Ну ты посмотри, что творит. Вот я тебе именно про это и говорил. На ты получи. Ну, он сейчас будет толкать. Он будет толкать, ребята, блин. Толкатель несчастный. И давай только без пилы. Конечно, без пилы, ага. Так, ураганчик. Я сегодня вызову себе лорда пустоты или нет, а? Ты мне вот скажи на милость. Все, ребята, я его вызвал. Ну что, посмотрим, как он тут будет справляться. Да он никак не будет справляться. У него уже... Ты извини меня, конечно. Ну, такой ваты я давно не видел. Да, дед бы такого не позволил бы себе. Вот так вот сфейлиться. Вот об этом я и говорил, что... Вот, вот... Молодец, вот сейчас вот не удив... Нет, надо же, пила не вылетела. Это надо где-то, блин, отметить, ребят. Это надо где-то отметить. Я не успею, по-моему, по времени, ребят. Скорее всего, будет фейл именно из-за времени. Если, конечно, вот так вот только сделать. Корни. Ну и что, давай так сделаем. Да дуплись ты там уже, а. Трындец. Я вот я был вот в шоке, ребята, что он вытворяет. Но лорд. Нет, все, ребят, сфейлились по времени. Просто по времени сфейлиться. Это ничтожный отряд вот этот вот. Меня просто бесит он. Лорд пустоты. Я его хотел же заменить. Чё? О. Ну тут молотильщик, конечно, ребят, такую гадость вытворяет. Только лишь из-за молотильщика. Давай ускоряться, чем мы тут с тобой уже выжидаем, я не знаю. Тут надо вот так вот делать. Другого варианта нету. Да. Эта победа ровным счетом мне никакого удовольствия не приносит. Вообще. Не хочу я лорда пустоты, я его, ребят, меняю. Бред полный, полный бред просто-напросто какой-то. Где у меня этот? Где мой? Вот он. Дедуля, старый воин. И то будет круче намного, поверь мне. И отрядом этим я не буду проходить. А вот этот вот, не надо мне следующий. Я еще тут не закончил. Ну попробуем мы этим отрядом. Ну, против молотильщика, я не знаю, ребят. Против молотильщика этот отряд вообще не годится. Ну, как не годится? Я могу, конечно, вызвать улитку. Улитка, конечно, накажет. Ну, давай проверим. Она должна сразу его рубануть. Видишь? Вот. Ну, давай, давай, давай. Динч. Видишь, что творит? Выпускает, блин, свою срань эту, а? Поехали. Я... Ну куда ты бьешь? Ну куда ты... Погнали, погнали, погнали. Бэм. И чё, погнали. Давай так сделаем. Так, встан, 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 встан. Гони его. Сейчас опять свою пилу выкинет. Нет, не выкинул. Надо же чудом каким-то он не выкинул свою пилу. Ну-ка. Замор... Во! Не в тот раз, так в этот раз выкидывает свою эту пилу. Давай вот так вот сделаем. Жух! Всех и там прижучили, да? К ногтю. Так. Ну что, будем, наверное, жнеца с тобой вызывать. Как ты на это смотришь? Давай, 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 давай. Оп. Отлично. Так, жнец. Давай-ка мы с тобой попробуем, наверное, тут побомбить. А то, блин, чувствую, опять фейлом каким-то попахивает. Здесь. Ага. Жнец. Ну, естественно, молотильщик, это как всегда тут. Так, два зомби. Пила. Ну, все. Ну, отряд, слава богу, справился здесь с поставленной задачей. С горем пополам мы разрулили.
Так, ну теперь можно спокойно сюда приходить. Ага. Тут нет молотильщика. Вот что тебе скажу. Это хорошо, потому что мы можем с тобой отыграть вот этот отряд. Там немножко, как говорится, придержать энергию, да? Придержать коней. Молотильщика нет, соответственно, он сейчас не будет выпускать. Будет бомбер тут идти. Ну и репульсор, скорее всего. А-а-а, вот у тебя как. Вот что у тебя тут есть. Окей, здесь бы нам, наверное, не помешал служитель тьмы. Нет, давай вот так вот, наверное. Да, вот так вот. И мечника. Так, горят. О! Как все вовремя. Так, корни. Корни. Опа. Оп. Да, тут, конечно, вот это вот бесит. Да чтоб тебя, выпускай. Вот вижу, что, блин, стоит там этот и выпускай. Ну зачем вот так вот делать, Рэй? Ну, сколько раз уже, блин, тут и этот. Раз, два, три. Там сопротивляемость, все дела. Давай, бомби по ним. Деда надо вызывать. Корни куда выпустил? Корни, блин, ты за этой фигней, что ли, охотишься? Ну, естественно, ребят. Ладно, сейчас деда позовем. Ой, деда позовем. Деда позовем, надо. О, это. Тихо. Тут надо. Давай, сдерживаем. Блин, два толкателя, офигеть. Накопил, блин, тут. А ну-ка. Давай так вот. Смотри, блин, всех поуничтожал. И тыквоголового уничтожил, и служителя тьмы. Да тут, походу, все, фейл, ребят. Я не смогу, не успею я просто. Элементарно не успею. Даже если я призову деда, 39 секунд, вообще не вариант, ребят. Заморозка. 30 секунд. Ну, я даже не знаю, ребят. Дед, да. Дед, конечно, это круто все, но... Но слишком все это медленно, ребят. Слишком, блин, все это медленно. И в итоге мы с тобой не успеем. Не успеем же. 5, 4, 3, 2. Нет, за 2 секунды не успеем, ребят. Опять фейл. Чтоб тебя. Да, этот отряд такой, знаешь, он, ну, не подходит для боев. Я не знаю, что. Что-то надо с этим отрядом делать. Давай мы его попробуем с тобой сейчас, в данный момент, заменить, чтобы не было дальше хуже. На что вот только менять? Я не знаю. Уберем мечника, к примеру. Что мы можем мечника взять вместо мечника? Так, сколько у тебя там? Я не вижу его ранг. Нужен такой серьезный, как бы тебе сказать. Блин, вот серьезно говорю, я даже не знаю. Может быть, Таракошу? Давай Таракошу возьмем. Стоит, конечно, он дорого. Очень дорого, ребят. Этого служителя мы с тобой, наверное, уберем. Грифу. Слушай, грифу надо взять в этот отряд. Действительно надо. Почему я его, игнорировал? Слушай, вот таким отрядом, я думаю, что есть шанс. Ну, попробуем. Не надо мне туда сопровождать. Давай-ка попробуем. Две энергии мы уже с тобой сфейлили. Две. Так, ну что. Мы все прекрасно знаем, кто такой Таракоша, да? Насколько он крепкий, непробиваемый. И насколько он дамажистый чувачок. Ну-ка. Ну, медлительный, очень медлительный, ребят. Это мы тоже прекрасно знаем. Да, и все эти вот... Ну, что там, борзели, что ли, отталкивать-то все? Ну-ка. Давай. Корни. Ага. Так. Колода, конечно, получается очень дорогая, ребят. Очень дорогая. Но здесь нету тех юнитов, которые бы могли наносить урон воздушным целям. И в этом, как бы, есть небольшое наше преимущество.
Понимаешь, да? К чему я? Окей, давай так сделаем. Еще одного таракуша я призову. Это до сих пор, это еще первый таракуша мой живет, да? Ну да, получается, до сих пор еще он. И сейчас можно спокойно, в принципе, призывать дедушку. Старого бойца нашего. И он уже здесь действительно разрулит ситуацию и все. Как надо. Так, погнали. О, еще и ускорение. Еще и ускорение, так это вообще, ребята, имба. Корни. Да, этот отряд мне как-то побольше нравится. Единственное, что таракоша, да, он очень медленный. Но зато очень крепкий. Медленный, но крепкий. Тут, как говорится, выбирай. Либо скорость, либо атака. Ага. Ну и смотри, все, ребята. Вот так надо было сделать. А то этот, как бы тебе сказать, мечник, он ни к селу, ни к городу. Ну что? Теперь остается последний бой. Здесь есть... Ой-ой-ой-ой, термин. Хорошо, что у меня есть имба. С этим термином, как вспомнишь в прошлые времена, аж вздрагиваешь по ночам. Как он там бомбил, а я там сопротивлялся против него, там выкаблучился. Да, лютовал он, конечно, не кисло. Ну что, все, пора, наверное, начинать бомбить их. Так, чумная мышь, ты будешь следующим у меня, наверное, да? Так, это подстраховка. Потом можно, в принципе, вызвать прыгуна. Лазер, я думаю, пока не стоит, ребята, применять. Ой-ой-ой-ой, что такое? Что-то пошло не так, да? Что-то пошло не так. Кто тут? А, тут термин. Ну, пускай появится, ребята, мы его сразу накажем. Сразу же будем его пробивать, если понадобится. А я думаю, что нам понадобится. Вот, например, сейчас. Все. Да-да-да, именно своим красным лучом, который не блокируется, и против него вообще выжить очень сложно. Красный луч — это как бы супер-пупер ульта. Обычно он бьет синим. Так, ну что же. Сам прекрасно понимаешь, да, что против чумных мышей тут не попрешь. Они заплюют любого. И победа за нами. Ну что же, у нас следующая локация. Кто там у нас? Давай-ка глянем. Так, сундук, во-первых, заберем. Что нам здесь выпадет? Так, вот он, ядерный робот. 9 гемов и база. Так, захватчики и потом будет нежить. Вот не знаю, хватит ли у нас на все про все, ребят. Так, улитка плюс... Как тебя звать-то уже? А, бородавочник. Улитка и бородавочник. Слушай, не знаю. Мне кажется, вряд ли мы здесь с тобой успеем. Во-первых, 150 этот стоит. Он сейчас будет, естественно, выпускать. Ага, ну смотри, нам повезло. Но ты не забывай про бородавочника. Не забывай про него. Нам нужен, ребята, вот этот вот парень. Я тебе еще раз говорю, он медленный, но он очень-очень крутой. И смотри-ка, как у нас тут, ох, складывается-то хорошо. Естественно, тыквоголовый. Корни. Естественно, сразу же будем выпускать грифу. О, в камень превращается, и по барабану ему. Фиг ты его пробьешь, когда он в камне находится. В этом и вся соль, друзья мои. И урон он наносит, поверь мне, такой значимый довольно-таки. Ну и все. Что я могу тебе сказать? Победа, ребят, здесь за нами. Никакие бородавочники, никакие ползуны ему здесь не помогли. Так. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И кто здесь прибавляется? Жаба с пушкой, да, получается. Тоже, ребят, фигня полная. Ничего здесь опасного нету. Так, подожди-ка. Ну да, нам, наверное, нужно с тобой или как? Ну давай выпустим его для начала. Что он там будет делать? Ага. Бородавщика вызвал. Не очень, конечно, удачно. Не очень хорошо. И не подходящий для меня это. Блин.
Фиг с тобой. Мы выпустим тогда Хорни. Да, эта жаба замораживает. Я совсем забыл, что она заморозкой занимается. Угу. Да гори ты в аду уже, ё-моё. Так, давай еще одного, да? Таракошу вызовем. Еще одного таракошу. И пора уже, наверное, вызвать нам грифончика. Плохо. Сейчас было плохо. Ты головой, вот куда ты бежишь, а? Сломя голову. Бежит он все. Ты дичь. Да нет, здесь победа будет за нами, ребят. Ну, шансов у него тут на то, что он продержится, вообще ничтожно малы против моего отряда. Меня здесь очень хорошо помогает грифон, но я хочу, ребята, его прокачать. Как-то вот он выглядит, да, сейчас ни туда, ни сюда. Полу какой-то голый, полуоблезлый, со шлемом на башке. Я хочу, чтобы он был полностью идеальным. Так, что у нас тут? Энергия закончилась, да? Здесь есть одна энергия, но я пока, наверное, приберегу ее. А знаете, что самое противное? Что вот здесь... Хотя... Блин, бородавочник. Ну ладно, попробуем. Попробуем здесь. Я не знаю, ребят, получится у нас здесь. Не получится. Будет выпускать своего ползуна, мы тоже будем выпускать ползуна, да? Да, именно так. Ну, а пока ждем Джаггера. Так, Джаггер пошел, все отлично. Теперь можно уже выпускать и ползуна. Ползун, перебивай. Блин, ни два, ни полтора получилось, да? Так, ну тогда, естественно. Опа. Опа, ага. Сдулся, ну так-то будешь знать. Так, ну-ка его в клетку. А этот его сейчас будет освобождать из этих пут. Все, да, освобождался. Ага. Прекрасно. Так, что-то у нас стан давно не срабатывал, кстати. Когда этот... Когда баллиста прикрывает, это просто великолепно, ребят. Все, замкнута крышка. Пилон. Уничтожили мы с тобой его, ребят, уничтожили. Ну и продвигаемся с тобой дальше. Так, еще, по-моему, две миссии, да? Окей. Здесь кто прибавляется? Жаба с молотом. Я тебя умоляю, если мы успеем с тобой вызвать некро, она разнесет любого своими именно колобками. Ой, тихо, обменка. Прекрасно. Думает, один такой умный. Конечно. Тихо, 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 парень. Нам нужен Джаггер. Давай Джаггера. И сразу же улитку, 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 улитку. Так, хорошо, вызову тогда я некро. Давай своих маленьких этих улиточек. Улиточек, я уже говорю. Ну, этих колобков я. Да, колобки. Ну-ка. Вот так вот сделаем. Еще одного Джаггера. И вот сейчас она будет потихонечку вызывать своих вот этих вот колобков зубастых, которые очень неплохо наносят урон. Мы это все прекрасно знаем, да? Я даже еще вызову одну некро. Воу-воу-воу-воу-воу. Колобка толканул, молодец, красавчик. На-ка, выкуси. Вот. Все у нас очень хорошо, ребят, получается. В решетку их. Они, конечно, очень медленные. Тут, ребят, ну, ничего не поделаешь. Если бы они еще и были бы быстрыми здесь, то это слишком имбово. Они медленные, да, но вот эти вот колобки постоянно на прикрытии у них. То есть до них не добраться, только с воздуха. Вот с воздуха их могут, да, быстро уничтожить. А вот по земле попробуй до них дойти, когда такой отряд из колобков злобный. Так, ну что, и вот последний. Ну, здесь, ребят, естественно, имба. Имба-команда пойдет. И здесь у нас... Как же его звать-то, я уже забыл. Короче, который завладевает любым твоим юнитом. Даже может, вот если вызвать ведьму, он даже ведьму может под свой контроль взять. Как же его звать-то? Блин, с головы вылетело, и все.
Так, повелитель... повелитель разума. Нет, конечно, ребят, не повелитель разума. Как-то вот... Я думаю, ты понял и без меня, как его звать. Так, вот, вот здесь вот, ребят, конечно, этот шитик вот вообще противный. Воблер. Вот именно свои кнуты... Это кто? Это что сейчас было? Вот. Скажи, о, нифига ты, парень. Вот это ты борзой. Вот это ты приборзел, я тебе скажу. Однако себе. На. Вот он вышел, не явился, не запылился. Не понял, да, все, ребята. Я даже не успел глянуть, как его величать. Нет, все. Сейчас мы базенку, ребят, с вами распишем. Улиточки, пумпиточки. Ты гляди-ка. Воблер просто один раз махнул, и все мои чумные эти чумные мыши просто отдуплились. Ну что же, а мы с тобой прошли, да, получается, эту территорию захватчиков. Забираем с тобой сундук. Лорд пустоты. Ну, все это у меня есть. Ну что, давай попробуем пройти. Ого. А что тут угокает-то? Все нормально, ребят, все под контролем. Берем с тобой этот отряд. Почему, ребят? Ну, потому что здесь есть зомби. Он сейчас начнет, естественно, спамить. Но в то же время он вызывает зомби этого. Вот, сразу же. И он будет наносить офигенный урон. Поэтому, ну, нам нужно его, да, вот так вот заранее быстро-быстро уничтожать. Так, отлично, все хорошо. Пока. Жаба с молотом. Ну, в принципе, ребят, полдела уже сделано. Полдела уже сделано. Вызываем еще одну ниндзю. Да, тут победа будет за нами. Взрыв, конечно, но это ничего страшного. Все. Прекрасно. Так, давай дальше с тобой сделаем. Так, что у нас тут? Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Блин, больше нигде энергии нету. На этом отряде. Ну, давай, давай. Возьмем с тобой этот отряд. Мы все равно ничего не теряем. Так, зомби, да, будут бежать? Будут бежать зомби первыми. О, да. Вот так вот даже. Окей, как скажете. Даже... Лучше получилось. Оу, нет. Тут надо паладина, ребята. Тут надо паладина, тут надо вот так щитобота брать. И уже после этого еще всадника на журавле. Лучше вот так даже сделать. Так вообще идеально будет. Да, кислотой, конечно, ребята, нас тут потравили. Да ладно, он опять, а? Ты посмотри. Офигею. Чё-то тут как-то не вяжется у меня, друзья. Чё-то не вяжется, если честно. Вообще не вяжется ни шиша. Заморозка. А чё того-то не заморозили? Странные вы какие-то. Вот еще у этого когтистого, ребята, вот это вот имба, когда голова отлетает, она именно летит под наших юнитов и наносит там урон. Тоже не очень, конечно, хорошо. А что я тут терплю? У нас минута времени. Нам надо здесь с тобой как можно быстрее замок разносить. А я тут ерундой какой-то занимаюсь. Это делается с помощью чего? Да ты прекрасно знаешь, что это делается с помощью нашей, извини меня, владычицы. Да-да-да, именно за счет нее. Все, поехали. 48 секунд, тут уже не до шуток, извини меня. Нам нужно как можно быстрее все это сделать. Все эти руны, фигуны. Так. Вот, 28 секунд, ребята. Ого-го. Слушай, мало времени. Блин, этот, когда взрывается, офигеть. Ты откуда... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, сколько рун там стоит. Офигеть. Она навтыкала там целую кучу рун. Именно наша друидка. Ну что же.
Еще три миссии. Здесь вообще не осталось. О. Давай. Давай с тобой этим отрядом сыграем. Так. Ну что он там будет делать? Можем некро позвать. Не лучше, наверное, вот так вот. Уничтожит он, интересно? Ага. Слушай, дело дрянь. Вот так вот нам придется. Убивай быстрее, быстрее, чтобы этот не нанес урон. Вот так вот, хотя бы. О, я вижу, там старые гости идут. Старые гости, старые кости. Вот так вот им. Чтоб знали свое место, да? Тынч. Еще придется нам с тобой вызывать одного джиггернаута, потому что, ну, один. Тут не особо хорошо. Ну, бам. Правильно, так вот и всех там в кучку собрать надо было и взорвать к ядрене фени. Дом с привидениями тоже мне, а? Давай-ка, наверное, так сделаем. Оп. Давай-давай-давай-давай, блитмейстер, бомби. Ты бич. Все очень прекрасно, ребят. Так, пошел урон. Урон, домик, начинаем колбасить. Дом с привидениями и... Бабах. Найс, что я тебе могу еще сказать? Просто крутенько. Давай дальше. Так, это у нас предпоследняя миссия. Здесь как... Оу, тут, слушай, тут вот опасность, ребята. Давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем имба-отряд наш. Тактик. Я завершил квест, понимаешь, тактик. И ждем прыгуна. Я больше уверен, сейчас он будет именно с них начинать. Почему-то вот мне так кажется. Могу ошибаться, конечно же, но нет. Ошибка исключена. Я надеюсь, ты не будешь делать... Фу, повезло, что без ускорения, ребята, он. Так, а вот это вот плохо. Это, блин, очень плохо. Эй, Чумлуха, ты успеешь? Придется так делать. Не хотел, видит бог, но мне пришлось себе так сделать. Так, блин, чумная мышь, ты погибнешь от взрыва этого. Блин, вообще уничтожает на изи всех. Давай еще прыгуна сюда до кучи. Выпусти. А он так и делает. А он так и делает. Эй! Он нанес урон, да? Он нанес, ребята, урон. Тьфу ты. Ну как так-то, а? Мне даже не отхилить, ребята. К сожалению. Мне даже не отхилить. Да. Обидненько получилось. Давай ускоряться, фиг ли тут уже ждать. Тут уже бесполезно что-либо делать. Да. Я-то хотел как лучше. А получилось как хуже. В бой. Ну что, давай тогда возьмем... Нет, не надо мне. Давай тогда попробуем... Ну где этот отряд? Ну сложно будет им играть здесь, сложно. Прыгуны эти все, ну блин, я не знаю, ребят. Пытаться как-то надо. Фиг его знает, как тут пытаться. Летающих у него здесь нет юнитов, верно? Верно. Вот, начинается, короче. Так, ждем. О, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ты сам видел, да, что он там сделал? Так, клетку, клетку. На тебе. Опять ты? Ну, давай. Может быть, нам с тобой ножница накопить, а? Ну, как вариант же, можно? Я бы даже сказал, нужно. Ну? Окей. Так, жнец пошел в разнос.
Жнец пошел в разнос. Смотри, он дамаг сколько наносит. Есть. Да. У него, конечно, дамаг довольно серьезный. Ну что, и последняя миссия у нас. И здесь только имба, ребята. Тем более жнец. Тем более жнец. Тут главное не сфейлиться. Тут главное не свалиться, и контролировать нужно прыгуна. Ну, постоянно, ребят, нужно его контролировать. Ой, так, банши. Банши, ну давай так сделаем. Отправим в путь, в дорожку. И, наверное, Ронина еще. Блин, ну... Сейчас все и полягут. Трындец. Все и полегли. Ну-ка. Попробуем на ускорение, ребята, взять. Обычно это срабатывает у вас. Да. Опс. Опа. Пошел косить, да? Все, докосился. Через отражение он сам себя, ребята, погубил. Он сам себя погубил. Ну-ка. Вот и все. Отлично. Отлично мы с тобой сегодня поиграли. Вообще великолепно. Уложились практически тютелька в тютельку, да? Забираем с тобой сундук нежити. Ага. О. Зомби с надгробием. И здесь. Храмовый пес, воблер и король. И у нас, друзья мои, следующий телепорт. Искатель. Ух ты. Ну, неплохо так, неплохо, я тебе скажу. Так, здесь мы заберем награды. Так, что еще? Ну-ка, посмотрим, у нас есть хоть где-нибудь энергия? Нету, ребята, вообще нету. Ну что же, тогда на этой ноте мы с тобой закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.